невикористані папери. Ніби викинути не шкода, але зрубаних для них дерев... Вам ще той аркуш потрібний? Дякую. І такої макулатури в офісі за тиждень назбирується від 20 кілограмів. Аби не пропадала, їдемо в екологічну компанію, що дає друге життя паперу і картону. Начнемо з білої бумаги. Это бумага, которая подлежит переработке, и именно наше предприятие ее перерабатывает, и именно из нее делает целлюлозный утеплитель, ковата, который затем мы утепляем наши дома. А вот подобные офисные атрибуты доводится просто знищувати. Ламинована макулатура переробці не подлегает. Эти папки, помимо того, что ламинированные, еще имеют железные вставки, которые или надо убирать, но поскольку в офисах этого не делают, то достаточно эту папку сдавать тоже на именно утилизацию. Склали все у коробки або зв'язали стоси мотузкою, і, можливо, ваші колишні записи проїдуться цим конвеєром. Наші вже там. Ми беремо любые объемы абсолютно. У нас є свой автотранспорт, который мы предоставляем. Офисы могут сами привозить нам сюда, на перерабатывающее наше предприятие, которое находится в Буче. Если в офисах работают, может, девочки одни, или, знаете, нету людей, которые смогут погрузить эту макулатуру, то мы даем рабочих, которые тоже помогут вынести из офиса эту макулатуру. А вот журналы и газеты можно прилаштувати у первинному вигляді. Бібліотеки с радостью приймут вашу періодику, якщо довезете усі випуски за рік у хорошому стані. Тож позбувайтеся зайвого з користю. З приятливою погодою у вашому офісі!